Уезжать? Хорошо. Уезжаем, пацаны. Идёмте. Термос с собой захватит. Ребята, гонка героев. Больше 1500 участников. 10 километров дистанции. Ребята, как на него залазить? Прям так? Че, Никит, полезешь? Полезли, давай. Нормальное место, чтобы пообщаться. А вот вы бегали сами от препятствия? Нет, я не бегал. А почему? Почему обычный народ должен вот валяться в грязи, да? Вот все вот эти препятствия вы наделали, а мы должны мучиться, а вот вы не бегаете. У нас слегка другие препятствия. Какие? Мы на танке эти препятствия преодолеваем. Можно вылезти, пожалуйста? Ой, это прям как моя квартира. Такая же по вместимости. Это гонка героя 2017, погнали! Политех ТВ требует хлеба и зрелищ. Эй, детишки, ребятишки, стойте, можно к вам вот подойти? Звезда вот ваша, вот на кого вы равняетесь? Самый любимый супергерой? Да. Человек-паук. А из русских знаешь кого-нибудь? Царей. Алёша Попович. Я патриот. Молодец. Знаешь гимн Российской Федерации? Немного. Я знаю. Знаешь, давай, вот руку к сердцу и пой. Вот если я крикну ВДВ, что они со мной сделают? Ребят, ВДВ! Так не уверена. Ребята, представляете, нас даже накормили настоящей армейской гречкой с хлебом и с чаем. Приятного аппетита! С криком и ором, я не знаю, любым за Россию, там еще какой-нибудь снести просто. С объектива. Не, бежите просто. Да, надо порепетировать. Ну не прям снести, конечно, но аккуратно. Сейчас давай, дай сюда, парни. А что? Знаете, ты справишься? Я справлюсь. Давай попробуем. 1500 участников. Гонка героев. Это такое событие.